Мы на месте, мы в гостинице, и вот такой у нас с Константином номер. Мы всегда останавливаемся только в этой гостинице. Раньше мы снимали частные гостиницы, а теперь, когда мы приезжаем только сюда. Она не намного дороже, но зато здесь нам больше нравится, чем в частной гостинице. Телевизор есть, чайник, чашечки. Такие эти локации интересные. Все такое в каком-то таком стиле интересном. Здесь холодильник. Надо его, наверное, включить, да? Холодильник Костя положил. Да, сока в холодильнике ничего нету. Еще пока мы ничего туда не затарили. Вот такой вид у нас из окна, из второго. Здесь немножко крыша. И улица. Сейчас мы пойдем на улицу, потому что Константин присмотрел себе уже там шашлычок. Я не могу ему запретить, он так вкусно пах. Здесь у нас шкаф. Постельная и сейф. Интересно, есть деньги в сейфе? Тан-тан-тан. Наверное, нету. Константин уже включает кондиционер. Тебе надо? Лучше окно приоткрой. Ковары налетят. Уборная. Туалет. Вот такой вот. Что здесь? Что здесь? Здесь у нас ванная. Я сегодня буду устраивать заплыв. И умывальник. Огромное зеркало. Я, как всегда, здесь. Всякие штучки тут такие вот. Ой, всякое. Даже можно было ничего не брать с собой. Вот. Бьюти. Стаканчики. Короче, все, что надо. Мне здесь ненадолго. Мне здесь нравится. Пойдемте что-нибудь поедим. Надо себя в порядок привести. Я с автобуса. Как валялась в автобусе. Мы вообще в Анапе. Всем доброе утро. Мы позавтракаем с Константином, потому что мы купили вчера чаю с Лойким и думали, что мы поужинаем. Но не случилось. Кто-то уснул, кто-то там еще валяется. Не спит, но не спит и не встает. Сейчас чаечку попьем и пойдем, наверное, по делам. Нет, я маленько себя в порядок приведу. Разве так можно идти в люди? А что, что я видео снимаю? Говорю, так можно идти в люди? На улице, наверное, сегодня жарко будет. Хотя уже тучки появились. Так Константина там не видно в труселях. Я буду нам чаечек наливать сейчас. Я сейчас такого ракурса всегда снимаю, что у меня как будто и правда. Ну, это и правда, конечно, что у меня такая круглая... Мордочка. Ой, еще, честно говоря, не очень охота. Простите, что я зеваю. Я, правда, 10 минут назад как проснулась. Я пошла умылась, еле отмыла глаза. И надо чаю попить. Сейчас налью, как он горячий. Тут такие чашечки, хоть для тебя маленькие. Надо было свою кружку брать. Все тут предусмотрено. Тут мусор. Там все так классно, чистенько. Мне нравится. Я такой непритязательный человек, но мне нравится. Да, если что, мне тут за рекламу никто не заплатил, имейте в виду. А то сейчас начнут кто-нибудь. Так люди не любят, когда кому-то кто-то за что-то заплатит. Но, если честно, если мне платить за что-то, то все равно услышите, даже если будет это... Короче... Заплатите мне, я вам расскажу. Даже если вы мне заплатите, я всю правду матку расскажу. У меня камера так низко стоит. Ой, Костя, ты такой полный чайник набрал. Так я не то сам поливаю. Это вцепилось своими ручками в него. Так хорошо, есть вода горячая. У нас воды не горячей нет. Холодную отключают. Блин, так это все печально. Ничего себе, какой жирный чай. Разведись с моим. Ты будешь одну чашку чаю? Нет, я буду две чашки чая. Я не буду выбрасывать. Очень такое-то. Я очень сильно крепкий чай. Сюда, подожди. Сюда, кидай. Еще тебе залить? Да. Кажется, застынет.
И сахар насыпать? Нет, сахар я потом насыплю. Ой, это, если что, он только что промелькнул мне в трусах, это его костюмчик. Да. Да, можно было и в трусах. Ой, главное не голышом, да? Ладно, налью тебе еще чай. В большой стакан. О. Главное, чтобы он не лопнул. Нет. Что ты сказал, сыпать ей туда сахар, или ты, я не спрашиваю? Нет, не сыпать туда сахар. Не сыпать. Кружку не перепутай, какая пожирнее. Мне? Я жирность люблю. Я не люблю жирный чай. Ой, горячий, теперь ждать. Да, теперь жди. Поздороваться. Ой. Ты, Голопупенко. Всем привет. Костя везде вот с голым торсом, дома с голым торсом, не поснимаешь его. Начнут говорить, что ты голый ходишь. Сейчас я опять голый. С голым торсом. А кому не нравится мой голый торс? Что? Синогромка, да? Извиняюсь. Ты вчера лука наелся, а тебе перегаром несет. Я вообще-то вчера шашлык не наелся. Ну ты же лук, ты такую порцию лука съел. Так сколько шашлыка было? О, солнышко, за тучку заходит. Так, ну где там булки мои? Булки твои рядом. Костя решил надеть футболку. Ну отчитала меня. Ничего неразумное. А ты разумное дитё? Я неразумное, но не дитё. Ты с маленькой тарелочки будешь или с большой? Дай с маленькой, я начну. Ты с маленькой, мальчик, помешай сахар. Ты там тебя не видно. Ну я присел так хорошо, чтобы быть в тени твоей. Булки. Угу. Вчера купили. Они экстрасенсы, они увидели, что у тебя какие там булки. Вдруг там у тебя заначка какая-нибудь другая. Булочка с творогом распаковывай. Делаем распаковку. Слушай, может это здесь микроволновка есть? Подогреть? Не хочу. Чай горячий, это горячий, не хочу я. Не хочу. Не хочу. И булка с яблоком. Яблоком, да. Так, чтобы вы понимали. Слойка. Хоть покажи, тебе тоже маленькая слоечка. Да, маленькая. Я эту распаковывать даже не буду. Я сейчас вот этой половиной съем, и все остальное будет Костя отдуваться. Я всегда отдуваю за тебя. Еще чай горячий. Внутри заварится крепко, будет у тебя это. Ничего, пусть будет. Ну, кидай сюда. Он уже прям черный. Так он должен быть черным. Нет. А что такое черный? Я вон какая вся помятая. Так ехали так красиво. Ой, как мы хорошо ехали. Угу. Кто-то всю дорогу спал только. А ничего, что если я холодной водички добавлю? Нормально будет. Ой, тут холодильник у нас стоит. Минералка им нет. И тебе? Нет. А ты Данай открыл или Кубай? А, Кубай у нас все открыт. Ой, солнышко как шпарит. И тебе тоже? Ну, естественно. Не будь динамичником. Место есть? Да найдем мы сейчас. Не знаю, кто-нибудь так делает, нет. Вода к воде. Давай. Сильно горячий чай. Как только вскипел. Ладно, не будем мы смущать себя поеданием булок. Да. Я выключаю камеру, сейчас мы позавтракаем. Стоп-кадр называется. Я приведу себя в порядок чуть-чуть. Простите, что я зеваю, я правда только что проснулась. И позвоню маме, узнаю, как у нее дела, и мы пойдем по своим делам. Я надеюсь, день будет удачным. Я тоже надеюсь. Ну все, привела себя в порядок, насколько это было возможно. Сойдет для сельской местности. Мы здесь недалеко сходим по делам.
И я не знаю, наверное, мы еще на сутки останемся, скорее всего. На улице, кстати, тепло. Я все время смотрю туда, куда-то туда смотрю, потому что там окно. Поэтому я туда и смотрю. Зачем? Не знаю. Непонятно, то ли дождик был, то ли дорогу мыли. Мне кажется, дорогу мыли. Мыли? Нет, дождь был ночью. Не было ночью дождя. Не было. Скажите, в Анапе был дождь или нет? Я не знаю, показывать вам лучше себя или местные достопримечательности. Вот, мне вот эту дорожку сделали, смотри, какую. Велосипедную? Какую дорожку? Ну вот, смотри. И дождем не промочишься. А, вот это? Ага. Какая-то арка. Арка. Ее, кстати, когда мы последний раз сюда приезжали, ее не было. А что ты дождем не промочишься, на сетке сделана? А, на сетке? Да. А, я уже губу раскатал. Да, такого не было, мы когда были. Крокодильная ферма. Мы раньше здесь были, часто приезжали по делам, а сейчас все дел меньше и меньше, мы все на месте можем решить. О, все по 177 рублей. Кстати говоря, цены в Крыму, мне кажется, больше, чем да, здесь. Да, выше. Хотя и здесь курорт, и там курорт. Очень тут, наверное, понятно. Красиво, когда ночью включают. Ну, вот. Ну, да, скорее всего. Надо вечером сюда прийти. Или это только на Новый год включают. Кстати, здесь море тоже не очень далеко. Но мы никогда не бываем на море, когда приезжаем сюда. Из Крыма. И сейчас цены уже опустились. Сейчас зимние цены, поэтому 1900 за вот такой номер. А летом я не знаю сколько. Так как я крымчанка, меня это сильно не интересует. Я ж не еду в Анапу отдыхать. Вот, поэтому я и не знаю. Мы как дурачки в масках идем. Нас уже в Симферополе приучили везде в масках. А здесь нет. Здесь никто не ходит в масках. Это раз. Ни в кафе, ни в магазинах продавцы. Никто не в масках. Одни мы как в масках, как какие-то прокаженные. И да. Я думаю, может снять мне это. Не смущать народ-то своими. Не знаю, почему здесь без масок ходят. А еще мне нравится, что здесь везде туалет. На улице, везде. В Симферополе они, конечно, есть туалеты. Но только надо знать, это где. Надо куда-то подниматься, какие-то ступеньки. А вот так, чтобы уличный удобный туалет, там, чтобы был съезд для коляски для инвалида, такой только я знаю один. О, кошка нам дорогу перешла. Хорошо. И, ну, как бы не говоря про торговые центры, я про это не говорю. Я имею в виду вот по улице, когда идешь, и не про кафешки, а вот чисто уличные. Здесь очень много, на каждом шагу такие туалеты. Я не знаю, зачем я это говорю. У Константина, как всегда. Это что такое? Стейк. Это стейк. У меня пюрешка с рыбкой, но, блин, я это все не съем, конечно. И компотик. Я все не съем. Костя, я все не съем. Ну, что съешь, то съешь. Что на землю надкусала. В Ферополе мы пили компот, там было меньше половину. Угу. Стоил он в два раза дороже. Здесь стоит сколько? Там по цене написано. Хлеб, компот, товар. Пюре 50 рублей. Компот 25 рублей. 25 угу. рублей. Угу. Самый дорогой здесь, конечно, стоит. Ну, действительно. Как ты любишь? А хлеба? Неужели ты думал, я забыл про хлеб? Кость. Что? Это тебе не торт. Ой, какой он сочный, прям брызгает. Угу. Ну, честно говоря, немного туговатый. Сейчас попробуем. Немножко туговатый. Короче говоря, будем обедать, и нам приятного аппетита. И ребенок вытащит. Мясо попробуешь? Картошка соленая. Опять не картошка соленая? Соленая картошка. Mm-hmm. Пересоленная. Что-то любишь или нет? Вкусно? Вкусно. Я
я только что выкупалась, вся искупалась, вышла вся такая чистая, счастливая и довольная. Правда, теперь не знаю, как я волосы свои расчешу, потому что я не взяла с собой никаких бальзамов, ничего по уходу за волосами, потому что я не планировала здесь купаться. Но это самая дорогая ванна в моей жизни. Поехать в Анапу из Крыма, чтобы искупаться. Круто! Да, такая опять я не накрашенная. Утром вас напугала не накрашенная. Сейчас, бедные мои зрители, мне вас так жалко. Но ничего не могу с этим поделать. Вы меня, пожалуйста, потерпите. А вообще немножечко разозлилась, такая довольная вышла из ванной, да, и злая. Почему? Почему у нас нет воды? Почему? Я не понимаю, зачем нам выключать воду. В чем тут экономия? Если, например, люди должны покупаться, они все равно покупаются. Если люди должны что-то помыть, они все равно помоют. И все равно та же самая вода будет израсходована. Единственное, где-то что-то там не бежит, но я думаю, какая-то сомнительная экономия насчет воды. Люди набирают, вот это вот смывание все равно больше, чем вот, я не знаю, вот почему так происходит, почему правительство решает за нас, сколько нам есть, сколько нам пить, сколько нам денег потратить, сколько нам воды дать. Вообще, как бы, сколько надо пенсии жить? Почему мы не решаем им, сколько мы им зарплаты должны выдавать? Ну, не мы, но как бы, ну, косвенно-то мы все равно. Почему мы это не решаем? Короче, понесло меня в панику, потому что я разозлилась. А что, жалко воды, что ли? Я не понимаю. Когда выключили этот канал, а воды сейчас нету. Все время была-была, а теперь вдруг все высохло. Непонятно. Ну, понятно, что было засушливое лето, но перед этим было тоже. Куда делась вода? Я не понимаю. И вот поэтому я помытая и злая вышла. Да. Вот, сейчас мы поужинаем. Завтра мы выдвигаемся уже домой. К вечеру будем дома. Пахнет вроде вкусно. Мы заходили... Это ватрушка называется. Мы заходили во все российские магазины, которых у нас нету. Магнит заходили. Пятерочку. Куда? Перекресток. По-моему, это мы в Перекрестке взяли. Или не знаю. Ну, где-то мы, короче, взяли вот эту плюшку. И сейчас я ее буду употреблять. Я ем плюшки. Да, я такая, я плюшки. И вам всем тоже приятного аппетита. Ой, какие у меня щеки. Ой, какие у меня щеки. Всем доброе утро. На часах у нас 7 часов. 19 минут мы проснулись, потому что нам собираться в дорогу надо. Мы сегодня уезжаем. Последние часочки остались. Крайние часочки остались. Константин еще валяется. Ну, а что я сейчас соберу вещи. Надо позавтракать. Ой, опять я зеваю. И в 9 часов, начало 10-го, нам уже надо ехать на вокзал. Ну, как ехать? Ехать. Идти. Тебе ехать, не идти. Идти, потому что вокзал здесь прям рядом. Мы на автовокзале гостиницу сняли. Все при том. Константин еще не проснулся, у него бред. Бредит. Мне комары скусали колени. Оба коленки. Местные комары здесь какие-то очень злые. Вам надо провести профилактическую беседу, чтобы они меня не кусали. Я невкусная, несъедобная, мне есть нельзя. Кстати, я не знаю, что нам позавтракать, потому что мы вчера все съели. Угу. Все съели. Угу. Надо позавтракать так, чтобы не отравиться ничем в дорогу. В дороге нам почти 8 часов ехать. И плюс в дороге надо что-то есть. Тоже, чтобы не отравиться. Я не предпочитаю в дороге умереть какой-нибудь шавермой. Шаверма? Шаверма или каким-нибудь пирожками. Я не знаю, что есть в дорогу, так, чтобы и не тошнило в дороге, не укачивало. И при этом, чтобы тебе не спло... Ой, у меня в ушах поменялась погода. Будет, кстати, меняться, вороны каркают. Наверное... И дождем. Дождем. Потому что очень подозрительно тепло, даже подозрительно жарко. Ладно, буду собираться, складывать свои вещички. И мои тоже. А у тебя есть что складывать? Конечно. Меня сложи. Ладно, буду собирать и твои вещички. Так уж и быть. Ну, ты подумай, чем ты меня покормишь. Ну, сейчас пойду.
добывать еду. Добытчик. Ушел Константин за блинчиками, я ему тут кофею навожу. Вот я не знаю, вот это вот кофе 4 в одном. Я ему сахар, короче, кинула. Сейчас придет, будет ругаться. Скажет, он так сладкий. Я не знала, что здесь есть сахар. Я кофе не пью, поэтому не знала. Себе и сделаю чай. Вот. Не знаю. А, кстати, сейчас покажу. Сок. Приехал на экскурсию в Анапу из Симферополя. Ему понравилось здесь. Теперь едет домой. С впечатлениями хорошими. Короче, не выпили мы сок. Нам только соку не хватало. Так, здесь мы вот это не выпили. И чё? А, кстати, Костя купил винишко вчера. Это сангрия. Домой приедем, маму будем угощать. Солнце светит прямо в глаз. Сливки еще ему добавлю, потому что горячий. Так, кофе ему сделала, а сама себе чай не налила. Молодец, сейчас будет остывать. Долго. У меня дверь открыта. Сейчас кто-нибудь зайдет меня тут, украдет, кому я сдалась? Никому. Так. А мне чаечку. Вот всю эту кружечку. Потому что другая кружечка очень маленькая. Так. Хоть бы не лопнула, а то скажут, платите еще. Фу ты. Треснул чайник, мне показалось. Стакан. Ой, как меня легко напугать. Такой и сладкий, и жирный. Сейчас ему будет кофе. Пришел Константин. Отгадайте, что? Улыбнись. Ты ж еду принес. А такой это серьезный. Это не еда, это завтрак. Это не еда. Завтрак это не еда? Нет. Ой, Ой, показываю. Надо самое главное показывать. Угу. Во, как надо показывать. Это только для меня. Дашь хоть попробовать яблоко. Ладно, приятного аппетита. Поделимся. Каникулы закончились. Пора домой возвращаться. Ну, я бы еще погуляла. Ой, ты гулёна, ты мать. Я не нагулялась. На улице такая хорошая погода, тепло, можно было еще погулять. Но мы едем домой. Ну это тоже прогулка. До дома, прикинь. 8 часов. Сюда мы ехали 6 часов, обратно 8 часов. Вопрос. Куда делось 2 часа? Да. Не понял. Ура, мы уже дома. Дома мы уже переоделись, закинули стирку стирать. Ехали очень тяжело и долго, тяжелая была дорога. Что-то случилось с автобусом или с водителем. Мы целый час стояли на переправе, ну, на той стороне. В автобусе закрытом, как в душегубке, в жаре и пекле. И мы так и не поняли, что случилось. А потом время нагоняли. Короче, такое было у нас приключение. Устали, ехали на 2 часа дольше, чем до Анапы. Ну, наверное, маршрут такой. Вот и все. Наши приключения, вот и все наши путешествия, поездочка. Спасибо, что были с нами все это время. Сейчас я вкусненько поем и сяду монтировать этот видик, наверное. У меня голоса аж нет, я так устала в дороге, что у меня прямо аж голос осип. Всем спасибо вам, я жду ваши лайки и комментарии, а мы увидимся очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока. Тётя, надо бежать надо, да? Йося там, надо бежать, скорее. Ты побежишь? Не моя сладушка. Ты мой пёсик маленький. Вот такая девочка. Да, иди, моя девочка. Кость, какие мы хорошенькие. Ой. Какие мы маленькие. Ты не говори.